Уважаемые лобницы, срочно нужна ваша помощь. В семье нашего земляка Михаила Колонистова, который учился в школе номер 7 и до недавнего времени жил в Лобне, случилась беда. У него тяжело болен ребенок. Возраст Андрюши 1 год и 3 месяца. Уже больше года врачи и семья борются с болезнью. Но, несмотря на проведенную операцию, состояние Андрюши не улучшается. По рекомендации врачей, ему нужна срочная операция по пересадке печени, которую делают в Бельгии. Уже собрано около 2 миллионов рублей, но для спасения жизни ребенка необходимо 7,5 миллионов. Любая поддержка и участие бесценны. Заранее спасибо вам за отзывчивость. Телефон папы Андрюша, Колонистов Михаил Викторович, 7-903-593-07-11. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо», расположенный в Москве на Большой Новодмитровской, 36, строение 1, подъезд 4, телефон 8-495-646-1629. Реквизиты получателя платежа вы видите на вашем экране. Это благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо». Либо реквизиты для перевода денег на карту Сбербанка или карту Промсвязьбанк Михаила Викторовича Колонистова.